Где мы с тобой танцуем вальс? Где мы с тобой танцуем вальс? Военные гимнастерки и платья в горошек. Движение отточенное. К этому фестивалю десятки мальчишек и девчонок готовились с особым трепетом. В этом году он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Они замечательно все понимают, все пропускают через свою маленькую душу. Там музыка звучит, а дети поют. Это здорово, это значит, говорит о том, что в садах работают в этом направлении. Патриотическое воспитание – это основа основ. О патриотизме дошколятам рассказывали как родители, так и воспитатели. Подготовка к фестивалю проходила в игровой форме. В итоге, благодаря совместным стараниям, удалось поставить полноценный концерт. Кто-то читал стихи, кто-то пел песни, а кто-то на несколько минут почувствовал себя пилотом. Танец учу. Какой? Перелетные птицы. Танцевали с девочками. Хорошо. Фестиваль детского творчества среди воспитанников детских садов и дошкольных групп в Куйбышевском районе проводится уже 6-й год подряд. В этот раз участие в нем приняли более 100 ребят из 17 дошкольных учреждений. Очень многие родители, папы и мамы являются военнослужащими в Куйбышевском районе. И поэтому эта тема для них очень близка. Это, конечно, сближает и старшее поколение, и молодое. Поэтому школа, детский сад становится центром вселенной Куйбышевского района. Старания ребят оценили и те, кому в этом году был посвящен весь фестиваль, те, кому в годы Великой Отечественной войны было столько же лет. Ада Коптева провела свое детство в блокадном Ленинграде. Было очень страшно, ведь самое страшное во время блокады – это была зима 41-42 года. Самой низкой была норма хлеба. Нам давали 125 грамм хлеба на день. А сегодня вот дети замечательные, живут в таких замечательных условиях. Вот мы благодарны даже всем воспитателям, вот этому садику, который подготовил такую чудесную программу. Вот мы сидим, у нас слезы на глазах. Участникам фестиваля детского творчества вручили подарки, и они, окрыленные успехом, уже задумались над новой концертной программой. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.